Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру The Surge 2. Ну что ж, у нас в прошлой серии вышла такая коротенькая, но у меня были проблемки, я их, в принципе, решил, хотя это вас особо не волнует. Но плюс в том, что я все-таки за кадром прокачался, то есть у меня вся броня сейчас 5 уровня, оружка вся 5 уровня, даже мое запасное оружие тоже 5 уровня. Но, к сожалению, я сколько пытался выбить со статуи голову и получить имплант для прокачки схем, да, импланта, у меня почему-то не вышло. Я не знаю почему, почему-то со статуи это дело не выбивается, непонятно почему. Хотя пишется, что с роботов как раз-то выпадает вот этот вот чаще момент. Очень странно. Я очень много набил этих голов, у меня уже 5 этих имплантов для головы, для прокачки. Ну, качать, в принципе, некуда. Выбивал с 4 уровня противников, почему-то с них выпадает 2. Вообще, как бы странно. Ну да ладно. В общем, мы сейчас с вами идем, наконец-то, к боссу. Я поставил себе по имплантам еще дополнительный урон нанитам и защиту от анитов. Замедляет накопление наноэффекта. Его прокачивать, к сожалению, нельзя. Прокачивать чаще можно только одни инъекции. Так, вот давайте вот я еще раз попробую голову с него срубить. Я тут целую тактику выработал против этого, против этой статуи, блин. Давай, стреляй. Отлично. Заныкался за дерево, в принципе, и стоишь. Тихо. Вот и все. Вот как бы и все. Так, заряжает аккумулятор, но не так он, в принципе, заряженный. Вот, опять, видите, только голову. Процессора никакого нет. Так, ну себя тоже можно, кстати, посрубать. Все, что ли, сдох? Так быстро. Так, ну тебя, наверное, трупик, я попозже заберу энергию. Когда уже к боссу пойду. Потому что там как раз на босса-то энергия-то пригодится. Я тут, так, я, кстати, зря делаю. Вот, получается, с них запчасти, а потом мне надо будет запчасти собирать. А у меня, в принципе, уже полная. Полный заряд, так сказать, да? Окей, ладно, пошли. Пошли к боссу. Пойдем к боссу. Ну давай, копатель. Сразимся еще разок. Воу-воу-воу-воу-воу. Дверь какой, слышь ты? У меня энергия закончилась. Такой мощный-то стал, слышь? Вот, копаться начал, хорошо. Тихо. Ну давай, выпрыгивай. Он, в принципе, не сложный, он просто муторный. Ай-я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 й. Ох ты, зараза. Ну, понятно. Да чё ты как-то стал попадать-то не там, слышь? Копатель. Ну, вроде с тобой так не договариваюсь. Ты сюда вылазил с другой стороны. А, нет, а я ему сбил. Он хотел уйти, а я ему не дал. Я красавчик. А, уйди, зараза. Так, хорошо. Бей его, бей, пока он не ушел далеко. Ух ты, пес. Thank you.
Вау, тихо. Уходим. Все. Злой ты. Я понял тебя. Офигеть. Блин, энергии вообще нифига нет. Да. Заход был неудачный, друзья. Окей.
Да неужели? Бог любит Троицу. Готово. Повинуйся мне. Освободи моего защитника из плена. Беги, разбей стены, очисти путь. Я буду контролировать тебя, сколько смогу. Подожди. Получается, ты его что ли создала, блин? Мать, да ты чё, сдурела что ли, блин? Нахрена ты так сделала? Я понимаю, ты меня освободила. Бляха-муха, ну ты хотя бы потом его убила бы, что ли, я не знаю. Как-нибудь сделала какую-нибудь заначку, что типа деактивация полнейшая. Фух, это очень муторный босс. Очень муторный босс, блин. Вторая фаза его самая дебильная, блин. Третья, в принципе, еще ничего. Главное, что подальше от него держаться, когда он начинает бегать, блин. Ух, ну это, конечно, была полная жопа. Я вам прямо скажу, не стесняясь этого слова, но это была жопа. Я очень долго его мучил, очень долго. Я даже, типа, получается, снял броню свою. Мне надо иметь броню на всякий случай, которая на выносливость, потому что выносливости в этой броне реально не хватало. В этой броне реально ее не хватало. Вот, поэтому надо будет прокачивать здесь тоже броню до конца. Ух, это была полная жесть. Так, мозг у вас, пора немедленно доставить его в институт и отдать Джонни Гутенбергу. Хорошо, сейчас смотаемся, отдадим. Ух, так, что здесь еще такое? А, нанитовый мозг копателя, да, понятно. Не, что-то еще есть? А, запись, да. Так, и что там? А, с тебя выпало еще оружка. Спираль копателя, да, потом я еще забрал завет жнеца, но это тяжелое оружие, я его брать не буду. Ху, жесть. Полная жесть. Заставил меня, конечно, этот босс попотеть. Но, блин, вот опять-таки, вот такие игры, они получаются, когда ты босса убиваешь, ты такой испытываешь кайф. Такая у тебя эйфория, что, бляха-муха, ну ничего не можете это заменить. Ух, класс. Столько я на него времени, конечно, убухал, но я все-таки с ним справился. Я просто еще прохожу параллельно, пытаясь заработать ачивочки, которые я сейчас не смог в первом прохождении, да? Так вот там я, получается, этого босса замочил раньше, понимаете? Я замочил его с первого раза. Бляха-муха, я его замочил с первого раза. Почему сейчас пошла такая сложность, я не знаю. Ух, как долго же я его мучил. Ох, как он долго меня мучил. Кошмар. Ой, какой кошмар. Так, я вас, наверное, посрубаю тоже здесь. Так, ну статую тоже, наверное, срублю. Давай, слышь ты, зараза. Так, мне, наверное, надо будет тело, да? Попробую кислотой, может быть, это быстрее пойдет дело. Я просто еще пока этот мучился с этим боссом, блин, я немножко прокачал себе эту броню как раз на выносливость. Вот надо ее до конца еще прокачать. Блин, вот у тебя жирная броня, слышишь ты? Статуя. Если была бы голова и рука, уже давно бы, наверное, срубил бы это все дело. Так, ну, наверное, я сейчас вкачаюсь, наверное, все-таки в уровень. Нам надо побольше сейчас... прокачанного ядра. Не взял. Молодец. Так, ну, наверное, я сейчас не буду прокачиваться. Я просто сейчас пойду дальше. Я сейчас, наверное, отдам мозг. Ух, это была полная жесть. Это была полная жесть. Ну, такой расслабон, такой кайф. Просто супер. Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ему нужны эти граффити этому бармену. Потому что я как-то рисовал... всякие разные. Ему что-то все не нравится. То есть, как бы, пометил разные территории, а ему что-то не нравится, типа, ни одной до сих пор не сделал. Странно. Может быть, какая-то определенная нужна. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень бы хотелось бы понять, что ему надо в итоге. Ладно, пошли.
Так-с. Ну, эту статую мы знаем. Таких роботов мы с вами видали в первой части. Тем более, такой сейчас уже есть. У нас там охраняет врата эти. Куда нам, в принципе, надо будет пройти. Еще и добыча хорошая. Замечательно. Добыча хорошая — это хорошо. Это очень хорошо. Так, ну пойдем поговорим. Еще флажок забрал. Неплохо. Жалко, вот этой мелодии мало. Мне на первой части очень нравилась. Загрузка системы. Добро пожаловать в технологический институт Крео. Превосходно. Мои сканеры засекли свежий пульсирующий мозг, состоящий из нанитовых образований. Мастер Гутенберг будет сейчас вас примет. В общении с ним, пожалуйста, проявите уважение. Хорошо. Постараюсь проявить... Постараюсь, так сказать... Не облажаться. Еще у нас тут есть... Немножечко запчастей. Фух, я до сих пор еще отхожу. Поехали. Ну, конечно. Последний этаж — лаборатория. Внимание! Зафиксирован необычно высокий уровень нанитов. Активированы защитные протоколы. Срочно запускаю процедуру изоляции. Ух ты! Два больших тайника с запчастями. Это круто. Это круто. Ну, здорово. Аварийная изоляция? Какого что тут происходит? Ах, да, конечно. Ты же тот охотник, о котором все время болтает Гарольд. Значит, тебе удалось раздобыть наномозг? Да, держи. Бляха-муха, он не маленький. Когда ты вошел, мои сканеры будто свихнулись. Твои нанитовые показатели буквально зашкаливают. Довольно странно, а? Кажется, ты вполне здоров. Я не вижу тебе никаких признаков дефрага или чего-то похожего. Ты настоящая загадка. Но, к счастью, я непревзойденный мастер решения загадок. Как же иначе? Все это началось из-за меня, и лишь мне по силам это остановить. Скажи-ка, в последнее время ты не замечал в себе ничего странного? Внучку я твою еще вот это замечаю. Вот это да. Я пока даже не знаю, кто ты. Прости, пожалуйста. Слишком о многом приходится думать одновременно. Моя фамилия Гутенберг. Джона Гутенберг. Пока я возглавлял Крео, обо мне знали по всему миру. Хотя к славе я никогда не стремился. Кажется, вижу призраков. Что? Этого не может быть. Я был уверен, что это происходит только со мной. С тех пор, как Афина, моя внучка, погибла в авиакатастрофе, я вижу очень странные вещи. Я думал, что меня разум помутился от горя. Я ее видел, я летел рейсом 221. Значит, это ты, выживший, о котором говорили в новостях. Даже после всего, что было, я продолжал надеяться, что это Афина. Но почему ты ощущаешь ее присутствие? Что здесь не так? Объясни мне. Так мне бы кто бы еще объяснил бы. Я видел ее воспоминания. Охотники передали ее в руки AID. Что? Афина жива? И ты ее чувствуешь? Я вообще ничего не понимаю. Как будто между нами как густой туман. Бедный ребенок, один-одинешенек, пытается до меня дотянуться, а я ее подвел. Нанял этих чертовых охотников, а они мне предали. AID собирает детей со всего города. Они утверждают, будто им удалось найти лекарство от дефрага. Я не верю ни единому слову этих невежд. Если бы существовал хотя бы намек на лекарство, я бы нашел его давным-давно. Ты что, не видишь, что происходит? Очевидно же, что нет. Если ты видишь, значит, связь между вами будет намного сильнее.
Я просто не мог понять, в чем дело. Мы с Афиной родные, у нас общий генетический код, а ты случайный встреченный ей незнакомец. Прости, без обид. Да без обид. Мы должны спасти ее. Тут у нас полное взаимопонимание. Я слишком долго пробыл здесь в полной изоляции. Кроме тебя, у меня союзников нет. Разве что Гарольд. Чтобы спасти Афину, мы должны нанести внезапный удар. Ее наверняка держат в исследовательском комплексе с другими детьми. Как бывший глава Крео, я сохранил правительственный допуск высочайшего уровня. Возьми мою ключ-карту и поговори с Гарольдом. Он объяснит, что делать дальше. А я пока отключу изоляцию вручную. Обещаю, что вернешься, когда Афина будет в безопасности. И тогда попытаюсь разобраться, что с тобой такое. Что ты можешь сказать мне об Афине? Афина — моя единственная внучка. Но я не слишком семейный человек, она едва меня знает. Это я пригласил ее навестить меня, вся вина на мне. Я думал, смена обстановки пойдет ей на пользу. И вот, видишь, к чему это привело. Так как бы ты-то... Хотя, с другой стороны, да, получается, она летела, из-за него этот взрыв произошел, да, и цепанула самолет. Ну... Часть вины, конечно, таки на тебе есть, да. Тут не поспоришь. Где находится центр командования AID? Где-то в центре города. Это все, что я помню. Я давным-давно не был в институте. Гарольд даст тебе более точное направление. В последнее время его иногда подводит память, но он все еще бесценный помощник. Вижу, ты много знаешь о нанитах. Примерно все. Без меня их был просто не было. Весь этот бардак случился за меня, и теперь я должен все исправить. Только не думай, что это доставляет мне радость. Я делаю это потому, что больше некому. Такс. Интересно. Скорее всего, наверное, его грохнут. У меня почему-то всегда такое чувство, что вот сколько вот здесь сравнивают всякие фильмы, вот такие вот герои, которые вроде помогают, их в конце всегда убивают. Жалко, печально, но статистика говорит именно так. Ладно, еще увидимся. Так, ключ-карту я получил. Задание я получил. Афина, внучка Джона Гутенберга, каким-то необъяснимым образом связана с вами. Она пытается рассказать вам что-то важное, но боится спецподразделения АИ держит ее в командном центре за воротами Браво. Освободить ее, пока не случилось непоправимое. Ну и здесь мы, в принципе, выполнили сами задание, доставили мозг. Так, это ключ-карта с уровнем доступа Омега на все объекты AID. Это круто. Так, по записям у нас вроде как бы ничего здесь, в принципе, нет. Инвентарь. Вот это надо будет все потом с вами разобрать. Но! Разбирать мы с вами будем, знаете где? Уже в центре. Уже в центре города. Пойдем через бар по короткому пути. И там доберемся до станции медицинской. То есть сейчас здесь я заострять этим своим внимание не буду. Так, Гарольд, идем, поможешь мне, что-то нам должен мне рассказать. С возвращением, друг. Мастер Гутенберг передал мне все данные. Лаборатория AID находится в больнице Ля Вэй. Вход расположен в эвакуационном лагере. Лагерь находится рядом с Великой Стеной. Удачи, друг. Она вам понадобится. Активирован мужественный режим. Мужественный режим. Окей. Пойду я его активирую. Так, ну сейчас, наверное, опять-таки статую активировалась, правильно? Скорее всего, да. Если так... Бить тебя, не бить? Ладно, черт с тобой. А мне, кстати, хватает материалов для того, чтобы прокачать броню там. Так, нет, брони не хватает, кстати говоря. Мне надо накачать сейчас брони. Товарищ...
Да выдели ты его. Да блин, кончился мне этот. Наносливость моя. У нас здесь очень быстро кончается. Вот очень быстро кончается, что не говори. Такс. Такс, не то нажал, конечно. Не та последовательность, но бывает, бывает. Бывает. Так, надо бы теперь с этого робота еще снять броню. Да не того же ты, ну. Да что ж ты делаешь-то? Вот же перед тобой стоит статуя, ты че? Ай-яй-яй, жопу поджарил себе. Слишком рано вышел. Да, это, конечно, долго. Броню прям с них тяжело срубать. Понял. Не получилось пока. Зараза. Так, ну вас тоже, наверное, порубаю. Дополнительные, так сказать, запчасти. Запчасти нам сейчас пригодятся на прокачку. И броню прокачивать надо, блин, да? И уровень прокачивать себе надо. Так, мне надо, получается, пойти вот здесь вот, да? Здесь как раз есть этот товарищ. Так, ну мне нужно с него тело, получается, правильно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ха, кислота, в принципе, его добила. Ну хорошо. Хорошо. Так, ну каркасик-то мне нужен по-любому, так что давайте я, наверное, его возьму. Мне нужен, получается, именно каркас. Да ёшки-матрёшки, ты серьёзно, что ли? Я не понимаю, ты чё? Вот зараза. А я не то рублю сейчас, да. Я ногу срубил. Не то, что мне нужно было, ну да ладно. Так, ну, в принципе, надо уже заканчивать серию. Поэтому сейчас быстренько дойдем. Да что не так-то с тобой? Кстати говоря. Да? Ну, давай.
А, вижу, вам вновь удалось пробраться через негостеприимные развалины Джерика. Мне приказано направлять вас в пути по мере сил. Ну как ты? Все хуже и хуже, мой друг. Такое чувство, будто кто-то проник в мои мысли и наблюдает за каждым моим шагом, пытается узнать мои тайны. Если результаты исследований мистера Гутенберга попадут не в те руки, нас всех ждет крайне печальный конец. Конечно, я всего лишь служебная программа, не способна самостоятельно мыслить. Ты меня преследуешь? Отнюдь. Строго говоря, меня здесь вообще нет. Мой искусственный интеллект, хранящийся на облачном сервере, общается с вами посредством разных интерфейсов. Это одна из моих многих причин, почему эксперты считают искусственный интеллект высшей формы разума. Конечно, они в том положении, чтобы кого-то судить. Я заблудился, как добраться до командования AID? Спокойно, спокойно. Я безупречно ориентируюсь на местности и буду вас направлять. Из центра города должна быть хорошо видна вихрь нанитов. Направляйтесь к нему. На старом шоссе вы обнаружите временный лагерь для беженцев. Оттуда до центра командования AID рукой подать. Но я рекомендую вооружиться и не полагаться лишь на собственные руки. Окей. Досвидос. Удачи, друг. Запускаю режим восстановления. Так, тут можно с кем-нибудь пообщаться там? Окей, ладно. Извини, босса сейчас нет. Он напялил свою новенькую броню и умчался в город. Как по мне, туда ему дорога. Ладно, хорошо. Так, ну это я покупать ничего не буду. Так, а что у вас, друзья? Так, ну теперь можно с ней поговорить, может быть, что-то скажет. Охотишься в одиночку, да? Похоже, какой-то новичок обставил меня в моем же деле. Если найду того, кто это сделал, я ему все кости переломаю. Главное, не забывай, в следующий раз тебе так не повезет. Кто ты? Меня фамилия Блэк, Джордан Блэк. Также известна как Охотница. Будешь валять дурака, и это имя будет последним, что ты услышишь в жизни. Я убил Сервантеса. Да, этот ублюдок обвел остальных охотников вокруг пальца. Ничего удивительного, в общем. Он всегда был слишком уж хитрым. Похоже, Хоук, Рубильник и Роуч сохранили в этой паршивой ситуации здравый смысл. Может, не заслуживает еще один шанс? Да, да, заслуживает. Я буду с тобой приглядывать. Ну, окей. Приглядывай. Так, ты, может, что скажешь? Прости, но мне нужно о многом подумать. Я хотела бы немного побыть одна. Ну, до свидос. Хорошо. Так, туда мы с вами не идем. Идем сюда. Есть у нас с вами короткий путь. Так, ну здесь, по-моему, никого у нас с вами не было, правильно? Здесь был безопасный проход. Нам, в принципе, получается, надо как раз туда, за те ворота. Вот как раз в ту сторону с вами нужно идти. Так, еще здесь аккуратненько обойду. Отлично. Вот куда-то туда нам, получается, надо с вами, друзья. Куда-то туда, вихрь. Вихря я не вижу. Я вижу только вот подъемник, а вот вихря нанитов я реально не вижу. Есть только вон, кстати, с той стороны. Вон тот вихрь имеется в виду. Ну тогда ладно. Ну, в общем, это все равно, получается, у нас с вами будет уже в следующей серии. Сейчас мы дойдем до медстанции. Прокачаемся обязательно. Обязательно вкачнем, потому что у нас много чего надо прокачать. У нас много осталось запчастей. Наш на 40 тысяч, да? Плюс еще 36 тысяч насобирали. Так, улучшить. Вот это я, к сожалению, пока улучшить не могу. Мне нужны, по идее... Давай посмотрим. Вот я хотел бы его прокачать, да?
Потому что если так сравнивать, он лучше всего подходит по урону с броней и без брони. То есть, как бы, видишь, он синий, да, у меня синяя голова. Но устойчивость здесь выше, уже сразу на первом уровне. Плюс урон с броней выше, и урон без брони выше. То есть, вот эту голову надо по-любому прокачивать. Я не хочу иметь какие-то эти комплекты, которые, в принципе, дают какие-то бафы, но они бафы так себе. Вот эту хочу броню, потому что у нее здесь именно расход выносливости сокращается. Ее надо будет именно делать тогда, когда, если вдруг что, иметь возможность бить кого-то, при этом сохраняя выносливость. Потому что все остальное очень быстро расход выносливости тратит, очень много. Это не есть хорошо. Здесь просто отдается именно хороший бонус именно в защиту от огня, от электричества, от яда, от нанитов. Так-то оно все уменьшается. А так оно увеличивается. Так, ну от тебя я хочу, получается, да? Да что ты делаешь? Так, по рукам. По рукам, наверное, нет. По рукам пусть остается так, как все есть. Сила удара выше. Да, руки, руки самое то. Вот руки я оставлю. Руки мне нравятся. А ноги, да, ноги я хотел бы. Либо вот эти вот ноги. Здесь бег и выносливость. Но здесь, видишь, именно бег. Мне лучше именно все-таки в этот, в расход выносливости. Тем более там он будет, получаться, минус 5. Минус 4. 10 здесь, да, здесь получается выше. Устойчивость 76, здесь 50, да. И вот эти, получается, ноги. Я не получаю ни одного бафа за костюм, но, в принципе, меня это особо сейчас, если честно, не очень волнует, потому что защита здесь получше будет. Так, вот как раз попытаемся это дело сейчас улучшить. Начнем, наверное, с ноги. Так, нога есть. Так, теперь здесь нога. Так, получается, надо будет сейчас рубить ноги. Да, надо будет сейчас рубить ноги тогда. Окей. Так, да, здесь больше, получается, не хватает. Голову. Но голову я много нарубил. Сразу прокачаю по максимуму. В общем, получается, надо будет тело иметь, да, рубить. Врагов пятого уровня. И ноги пятого уровня. В общем, ноги и тело. Ноги и тело. И вот смотри, сравниваем. Видишь? Видишь? Видишь как? Я понимаю, это считай, конечно, немножко похуже, но, блин. Мне кажется, оно того не заслуживает. Устойчивость все равно у него выше, поэтому пусть будет так, как есть. Я, конечно, сейчас поставлю другое тело, это само собой понятное дело. Потому что здесь устойчивость повыше. Так, ну и ноги, наверное. А ноги пусть остаются так, как есть. Да, ноги так, как есть, остаются. Давай я тогда прокачу. Во-первых, я тут сейчас все поснимаю. Да что ж ты делаешь? Ты взял, вышел. Так, имплант. Это я поснимаю, это тоже поснимаю. Значит, мне надо, во-первых, это смотреть. Да. Вот тебя и лечилочки две есть. Наверное, возьму. Ты что даешь? Увеличивает прирост энергии в результате успешных атак. Ну, кстати, вот атаки хорошо. Атаки успешные, замечательно. Пусть будет, наверное, вот это вот. Это, наверное, не влезет. Да, это не влезет. Это 18, аж офигеть. Офигеть. Да, поставлю, наверное, я все-таки тебя. Ну и все, и дальше уже прокачка уровня. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше не хватает. Значит, прокачиваем. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. И раз, два. Во! Замечательно. Так, улучшать, понятное дело, создавать, понятное тоже дело. По имплантам добавилось еще одно.
Можно, в принципе, поставить. Здесь, когда аккумулятор полностью заряжается, увеличивается прирост энергии, и вы получаете немного здоровья. В принципе, вот эта вот вещь хороша, наверное, будет с боссом. С каким-нибудь. Потому что... я часто набираю полную шкалу. Вот плохо, что если бы... вот были бы ячейки. Вот это было бы хорошо, блин. А так... Так, пока расходится шкала энергии, ваше здоровье восстанавливается. Вот это тоже пока непонятный момент. Одну в секунду понятно, но... Реально она восстанавливается? Или просто тупо его не видно? Увеличивает длительность работы аккумулятора. Убив врага, вы получаете запас выносливости. Это инъекции. Инъекции пока я не хочу. Мне, в принципе, пока мои инъекции устраивают. Ну, кстати, быстрее становится выносливость. Либо получается вот сюда. А, да. Мне надо, наверное, тебя оставить, потому что мне нужно рубить части, нужные мне. Да. Придется оставить тебя. Ну, окей. В общем, вот так вот мы с вами прокачались. Надо бы, кстати, поставить здесь себе... А, хотя пусть остается, да. Пусть остается так, как есть. Дополнительно, может, кого-нибудь надо поставить. Давай, наверное, снайпера поставим, как дополнительно этот. Ну и флажок еще пусть стоит. Окей, в общем, как-то так. Так что продолжим мы с вами в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.